Добрый день, дорогие друзья. Это у меня тыква. Мы пропустили, измельчили в блендере. Вот. Сейчас добавляю 450 миллилитров водички. Это тыква у меня. Добрый день, дорогие друзья. Вот у меня тыква кипит. Я в тыкву воду 450, потом 800 миллилитров добавила. А теперь сейчас измельченный красный морковь добавляю. Красный морковь. Я все взвешивала на весах. Я напишу в описании, сколько у меня и поскольку было. Дорогие друзья, для нашего джема апельсиновый сок.
очень вкусно, очень сладко пахнет. Мы пробовали, просто прелесть, просто зимой вообще отличный джем. На хлебушку сливочным маслом. Хоть на что, хоть так кушайте. Вот, дорогие друзья, тыквенный джем у нас готово. Здесь у меня джем еще горяченький, ароматный, сытный, вкусный, сладенький. Тыква, апельсин, две штуки, кожурки мандарина, апельсина и красный морковь и сахар. Вот. Очень вкусно. Очень даже. Очень даже вкусный и сладенький. Вам большое спасибо, дорогие мои друзья, милые мои подписчики, за просмотр моего видео. И вашу семью, и нашу семью. Всем здоровья, мир в семье. И мир государству, каждому. Мир на земле. Пока, до встречи. Вот. Скоро Новый год. Скоро Новый год. Кахаласё. Вот Новый год. 24-й год.